вкусные сорта томатов, которые выращиваем без посынкования. Есть сорта томатов, которые не требуют проведения посынкования, что существенно упрощает их выращивание. В основном это низкорослые сорта, но есть среди них и богатырь. Это Чио Чио Сан. Средне-ранний сорт, высота куста до 2 метров. Требуется подвязка к надежным опорам. Украшают растения нарядные веерные кисти из небольших ярко-розовых плодов с нежным сладковатым вкусом, массой около 35 грамм. Устойчивость к болезням, стабильность урожайности, превосходные вкусовые качества делают этот сорт очень популярным. Ракета – средне-ранний сорт, куст высотой 40-60 см. Обильно плодоносит, плоды имеют отменный вкус, хороши в консервировании. Боец или буян – скороспелый урожайный сорт. Плоды красного или желтого цвета, массой в среднем 100 грамм. Отличаются сочностью, мясистостью и имеют сладковатый с кислинкой вкус. Сорт устойчив к основным болезням и вредителям. Выращивается как в открытом грунте, так и в теплице. Дубок. Раннеспелый сорт. Куст высотой до 50 см. Плоды весом 50-100 грамм, красного цвета, с приятной кислинкой, вкусом и ароматом. Высокоурожайный сорт способен плодоносить как в открытом грунте, так и в условиях дома. Неприхотлив в уходе, невосприимчив к распространенным заболеваниям. Челнок. Ранний сорт, высота куста 50 см, плоды весом 70 грамм. Отличаются мясистостью и приятным сладковатым вкусом. Высокоурожайный сорт устойчив к холодам. Единственный минус – нет абсолютной устойчивости к болезням. Данка – среднеспелый сорт. Куст высотой 60 см. Плоды в форме сердца, массой до 100-170 грамм. Имеет отменный вкус и привлекательный вид. Сорта, не требующие посынкования, на сегодня очень разные. Они имеют свои формы и размеры, способны переносить резкие перепады температуры и могут произрастать при любой влажности. Я перечислила сорта, которые сажу сама и которые мне очень нравятся. Хороших вам урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.